Лишь каждый пятый взрослый житель города Люберцы зарегистрирован на сайте госуслуги.ру. Между тем, об этом важном портале должен знать каждый человек. С таким посылом раз в квартал сотрудники межмуниципального управления МВД России Люберецкая выходят в народ. Одной рекламы в интернете и СМИ явно недостаточно. Здравствуйте, вы не уделите мне минуточку своего внимания для того, чтобы я вам рассказала о сайте госуслуги.ру? Это очень интересный многофункциональный сайт, который предоставляет множественные услуги, в том числе выдача справок об отсутствии судимости. Без этой справки сегодня невозможно обойтись в общественной жизни. Что надо сделать, чтобы ее получить? Можно тратить время в очереди, а можно все оформить дома, сидя за компьютером. Выбор очевиден. Все учреждения, в том числе и коммерческие, просят своих сотрудников предоставить такие справки. Если вы обращаетесь к нам непосредственно в межмуниципальное управление с заявлением о выдаче такой справки, то срок ее исполнения – это 30 дней. А если вы оформляете эту справку через портал госуслуги.ру, то срок гораздо сокращается – до 7 рабочих дней. Портал госуслуги.ру помогает в получении постоянной или временной регистрации, водительских прав, информации о штрафах и налогах, оформлении документов для открытия бизнеса. А на новой версии портала можно проверить свои пенсионные накопления. Для мобильных устройств разработано удобное приложение. Сегодня я узнала о сайте госуслуги.ру. К сожалению, я там не зарегистрирована, но в скором времени сделаю это. Он предоставляет множество функций и услуг. Например, оплата штрафов, коммунальных услуг, подачи заявления на оформление паспорта и многие другие. Сотрудники межмуниципального управления МВД России Люберецкая рассказывают раз в квартал о сайте госуслуги.ру жителям не только Люберец, но и других городских поселений района, а также городов Дзержинский, Лыткарино и Котельники. Вадим Акентьев, Никита Скороган, Люберецкое районное телевидение.